Ура! Ура! Я и говорю, кольцо падает. Я смотрю на Вадима. Вадим мне глазами, мол, что делать? Дима весь мокрый в поту. Вот хорошо, что Сережа. Да, Сережка. Да, спасибо, отец, выручил. Я испугался. Мне бабка сказала. Что бабка сказала? А, ничего, просто кольцо подними. Я хочу вас поблагодарить. У меня было много счастливых дней в жизни, но такого еще не было. Вы были рядом, вы самые родные, самые любимые. Я буду помнить об этом всегда. Ура! 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 Полюбился парень ей, за рубли не за уе. А зачем ей за уе? Доллар падает у ей. Здрасте! У вас свадьба? А меня не пригласили. Да не, ну вы проходите, садитесь, Василий Петрович. Спасибо, просто, я сяду, ну, но... Частушки. Не-не, частушек этих не надо. Не у надо, нас тут дети. О, я со своей. Не-не-не, это тоже не надо. Бутылку уберите. Да? Ну тут же дети, Василий Петрович. Да. То есть? Не надо, ну, у нас дети. Она настоящая, не паленая. Ну, на свадьбе должно быть нечетное число гостей. Да, ну Василий Петрович. Борис. Значит, я тут лишний. Ну, брезгуйте. 8, 9. Было 9, а стало 10 человек. Как на огород за огурцами швец хороший, а за стол по голове калоши. Василий Петрович, ну что такое? Не стыдно, что починить? Ну не надо, ну успокойтесь. Василий Петрович, я прошу вас, не надо. Не стыдно вам! Все. Не забуду! Ну тут же дети, Василий Петрович. Не прощу! Не хватайте! Как вам не стыдно, бессовестные вы люди? Все. Люди ли вы вообще? Ну напился ты, Василий Петрович. Куда вы меня ведете? Не надо, я не пьяный. Домой. Не надо. Все, Василий Петрович, домой, все, домой. Люди! Воры! Пошли. Я бы вор всех забор. Две извилины, нифига не врубается. Одни в общем. А? Руки прочь от помидоров, руки прочь от огурцов. Ух, Димка, отольются тебе мышкины слезки. Да, послал Бог сосед. Да уж, не говори. Ладно, знаете, из-за одного пьяного дурака... Ну, праздник не отменяется. Ну, он не дурак. Ладно, не будем. Ну, в таком состоянии. Ну, что там говорил-то? Да и бабка в церкви не понравилась. Да, я не могу понять, почему в штанах нельзя? Ну, сама подумай. Ну, это, если б я в юбке пошел, ну, что было бы? Пошел и пошел. Может быть, тебе в юбке удобней. Ну, а вы штаны не носите? А зачем? У меня коленки красивые. Че скрывать-то? Давайте лучше выпьем. Да, давайте. Ура! 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 Давайте. Вот, Люда, а по поводу брюк я тебе сейчас все объясню. Ой, не надо вату катать, я все поняла. Ой, уже. Подожди, никакой ваты, я хочу тебе сказать. Вот надела ты брюки, это удобно, согласен. Но как ты их носишь? Сидишь в раскоряку, коленки раздвинут. Ну, это не по-женски. Че, не Афродита, да? Да, не Афродита. Ну, что ты говоришь? Ну, а что? А что, разве я не прав? Ну, посмотри, как она ходит. Майка, джинсы, курит, ругается матом, ботает по фене. Ну что? Как это тут Афродита? Это пацанка, а не Афродита. Слушай, Дим, ну все, хватит, прекрати. А что? Люд, ты красивая современная девушка. Не слушай его. Подожди. У Димы свои представления о прекрасном. Нет, стоп. Я разве хочу обидеть? Нет. Я просто хочу сказать, что это асексуально. Че? Ну, это значит, что всем мужикам ты пофиг. Это я сексуальна. Это я сексуальна, а ты? Ты не асексуален? Ну подожди, козёл. Я... Люда! Ты соображаешь, что ты делаешь? Жень, ну а что?